Здорово всем! Сегодня поговорим о таком динамике. Называется он 30GD301. Сначала он вызвал интерес. Это было продолжение легендарного динамика 4A32. Ну, после всплеска вызвал бурю негодований, прослушав такой динамик. Народ немного отчался. Сначала вызвал всплеск всеобщего интереса к динамику 30GD31. Но послушав динамик, изучив его полностью, интерес сразу же пропал. 30GD301 хорош для озвучки баров, кафе, свадеб. Динамик хорош для любителей послушать музыку громко, качественным звуком. Не особо обладает. Хотя видел пару таких динамиков, врезанных в заднюю полку автомобиля. Музыка играла здорово, очень громко. На аудиоформах данный динамик даже переделывают. В принципе, динамик 30GD301 отличный выбор для очень громкой музыки. Точно такими же именно точно таким же именно диаметром обладает, как 4A32. Вот. Магнит тут, конечно, такой мелкий. На 4A32 он двойной, побольше. Литая корзина. Что еще можно сказать? Кстати, в интернет-барахолках динамики продают за настоящий 4A32. Требуйте именно фото, видео, каких-то материалов. Насчет внешнего вида, их легко можно отличить. Диффузор у 4A32 светлый, у 30GD301 он темно-синий, плохо видно на видео. Затем оранжевый купол, вот он идет, плохо, вот так вот именно видно, да? Бархатный диффузор сам по себе, по структуре. Внутри пятак оранжевого цвета, бумага толстая, бархатистая, магнит меньше, литая корзина немного другая. Звук, кстати, совершенно другой, немного тусклее, без деталей, без эмоций и так далее. Также хорошо он озвучит школьные торжественные, например, мероприятия. Видел его в таком большом корпусе, по два, по три динамика устанавливает. Громко звучит, хорошо, добротно. Вот. Но для аудиофильских динамиков он не пойдет. Сколько я не пытался с него что-то сделать, не знаю, мне не очень он понравился лично мне. Может, кому-то понравится, может, переделав его, вы получите отличный динамик. Мне лично он не очень понравился. 4A32. Где-то на форуме, не помню на каком, что есть некий специалист, который переделает динамики, используя родную корзину. То есть он движок вот этот полностью меняет. Вот. Полностью диффузор. Вот. Хотя там даже бывает, что он переделывает магнит. Ну и по цене дешевле, чем покупать, допустим, новый. Отклики были неплохие. Не помню на каком форуме точно. Может быть, попозже я ссылку найду. Если у кого-нибудь получится, то дайте мне знать, было бы интересно выпустить именно такую статью на своем сайте. У кого был такой вот отклик. Ну, вот и все, что можно рассказать по этому динамику. Вот. Отлично подойдет в озвучку машины. Но он здоровый, правда, тяжелый, кошмар. Но зато широкополос. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. С вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Удачи, всем добра.